доктора есть книги на русском языке? Is there anything published in the Russian language to read? Yeah, I talked to Людмила about it. Поэтому поговорите с профессором Васильевой, пожалуйста. Yeah, there is. Есть. But when we teach the courses, we teach all the exercises and everything to do for these. То есть я когда читаю семинар, я, конечно, показываю упражнения, говорю, что делать, но да. Okay. Синдром замороженного плеча при, вернее, после ишемического инсульта с такими больными, как себя вести? Do you work with patients with frozen shoulder after stroke? Well, I work with patients after stroke, yes. Я просто работаю с послеинсультными пациентами, со всеми самыми разнообразными их проблемами. Нет, ну, в связи с тем, что там часть мышц не функционирует. С чего начать с этими больными? So, how would you start with these patients if they had a stroke and then frozen shoulder? I was in, what did you say, Stavropol? Yeah. Ставрополь. Yeah, whatever. Я тут недавно был в Ставрополе. And they brought in a patient that had been in a severe auto accident. Значит, попросили посмотреть пациента после серьезной автомобильной аварии. With severe brain damage. С серьезным повреждением мозга. Now, he couldn't get out of a chair without help. Значит, без посторонней помощи человек не мог встать со стула. Now. This side of the brain, left side of the brain, is logical, rational, systematic, mathematical. Левое полушарие – это логика, это систематизирование знаний и так далее, рационализация. This side is more emotional, creative. Правое полушарие – эмоции, творчество, музыка. Now, when he was sitting, значит, когда пациент сидел, сядьте, пожалуйста. He could not lift his leg. Его было не поднять ногу. When he counted slowly, he could lift his leg and had resistance. Значит, когда он медленно считал, нога чуть-чуть поднялась и могла удерживаться. And when he hummed some music, he could lift this one. А левая нога поднималась, когда он начинал мурлыкать какую-то там незнакомую ему доселе мелодию. I had him sing a song, and he stood up. Фактически, мы добились того, что он запел и встал. So, in answer to your question. Ну, отвечая на ваш вопрос. You try to see if one brain activity or the other helps get the muscles that aren't working working. Старайтесь использовать полушарную активность для того, чтобы добиться восстановления мышечной силы. То есть в зависимости от поражения полушария того или иного, используйте тот или иной вид мозговой деятельности. He had no motion in tibialis anterior raising his foot. Итак, стопу ему не поднять из-за поражения передней большеберцовой мышцы. Now. But when I had him activate an arm muscle along with singing, а когда нам удалось заставить его активировать мышцу верхней конечности вместе he could pick his foot с музыканием мелодии, он приподнял стопу. Перекрестная. No. Нет. Bad, не перекрестная. Very bad injury to one side first. То есть сначала серьезное поражение одностороннего порядка. So what I did with him. То есть вот я что с ним делал. Push up. Сопротивляйтесь. Okay. Normally, you do opposite. То есть обычно работаем перекрестно. You've had a person with a stroke. Допустим, пациент после инсульта. You can now you do this many times. What I did with him. Now, a normal person, if you stimulate the same side. То есть обычно, если стимулировать вот таким образом. Push up. Сопротивляйтесь. That's what happens. Можно получить реакцию вот такую. Normally. В норме. You're doing opposites. Push. In him, he did better with one side. У него лучше работа шла не перекрестно, а односторонне. So, MS patient. Пациенты с рассеянным склерозом. Stroke. Пациенты после инсультов. See whether this activity or this activity. То есть просто проверяйте, какой вид деятельности перекрестный или односторонний дает результат. Что пробуждает мышцы к функционированию? So I combined brain activity with this. Соединяю то, что я вам сейчас показал, с мозговой деятельностью. And usually about 4 to 8 weeks later, this will make him weaker, and he needs to do opposite. Фактически уже через 4-6 недель возникает необходимость перекрестных тренировок. Okay. But you want to find if there is an activity that helps stimulate response in those muscles that aren't working. Мозговую деятельность, которая помогает восстанавливать реакции мышц.
So when he left, he was singing, walking, trying to do one-sided, and was able to walk and not slide his feet. То есть, во всяком случае, уходя, так сказать, ну, когда он начал петь, уходил, уже не было... То есть уже не было той степени выраженности проблемы, с которой он приступил.